Тут наверняка есть охрана. Нет!
Стой! Оракул прячется внутри. Я получу ответы. Хорошо защищают Пифию. Вот тебе и хитрость. Не бойся. Мне просто нужны ответы. Пифия — священный сосуд богов. Люди из дальних стран приходят ко мне за ответами, но никто не смеет врываться в мой дом. Аполлон жестоко покарает тебя. Стража! Я всего лишь ищу свою семью, а все вокруг только лгут или пытаются убить меня. Ты первая, кто хоть что-то знает. Если я скажу, меня убьют. Я остановлю их. Помоги мне, и я устраню угрозу. Хорошо. Только поторопись. Чем дольше ты здесь, тем больше мы рискуем. Что это за культ космоса? Они всевидящие и незримы. Довольно загадок. Имена... Я не знаю. Клянусь. Они носят маски и плащи. Почему ты помогаешь культу? Меня заставили. Так, значит, все эти пророчества лживы. Получается, тебе платят за обман? Почти все спрашивают о любви и смерти. Я говорю то, что они хотят услышать. Но если речь идет о войне или политике, мне щедро платят за ответы, которые выгодны культу. Я был в твоих видениях. Что ты видела? Под храмом Аполлона спрятан артефакт. Он показывает то, что знают лишь боги. Ты говорила, дитя на скале. Культ ищет спартанского ребенка, сброшенного с горы Тайгет. Артефакт указал, что это дитя ты. У тебя есть шанс сделать доброе дело. Расскажи, где искать культ. Скажи, где они, или будем искать вместе. Под храмом Аполлона есть древний зал. Это место их встречи. Но без плаща и маски, как у служителей, тебе туда не проникнуть. Где мне найти такие плащ и маску?
Иногда ко мне приходит один человек, проверяет, все ли хорошо. У меня самый большой дом в Хоре Дельф, а он все предлагает мне деньги. Мне от него не по себе. Как его зовут? Элпинор. Элпинор! Он служит культу? Я не уверена, но если да, то у него есть все, что тебе нужно. Ты знаешь, где его найти? К югу от долины Нимф есть крепость. Говорят, он ведет свои дела там. Спасибо тебе. Пусть свет Аполлона приведет тебя к твоей семье. Надо передать Геродоту, что Пифия сказала про культ. Может, он даст совет? Вперед! Элла! Тихо! Ну что, поехали! Сколько оливковых деревьев. Давай, давай. Какие вести? Волк мертв. Отлично. Твои деньги, как и обещал. Думал, буду торговаться? Что ты, Алексиус? Не каждый день я приказываю кому-то убить отца. Но он не был твоим отцом, верно? Как ты узнал, что Николаус не был моим отцом? Люблю театр. И искусство в целом. Великий полководец сбрасывает своих детей со скалы по воле Оракула. Великая трагедия. То есть моя жизнь – развлечение? О нет, мой друг. И
Искусство. Знаю, знаю. Тебе нужно все обдумать. Идем. Скажи, Мистей, узнал ли ты что-нибудь новое от Волка? Хватит болтать. Мне бы стоило убить тебя. Ярость, ярость. Ах, говорили, ты другой. Яблоко от яблони. Кто? О чем ты? Ты все же воин, а не мыслитель, верно? Как жаль. Я мог бы поручить тебе еще пару дел. Малака! Вздумал играть со мной? Я вырву тебе язык! Я разочарован. Тебе здесь не рады. Я тебя разорву. Элпинор сбежал, как последний трус. Нужно обыскать его дом. Письмо Элпинору. О, Феба, ты привела его ко мне. Он ищет какую-то женщину. Что от нее хочет этот скользкий гад? Грузовой манифест. Элпинор шлет оружие и Спарте, и Афинам. Хочет, чтобы война не прекращалась. Встречал я опасных людей, но Элпинор самый страшный из них. Я загляну под каждый камень. Обыщу каждый уголок. Найду и убью эту змею. Давай. На! Эй! Давай.
Николаус говорил о змеях в траве, но это уже слишком. Найду укрытие. Сейчас. Теперь ты умрешь. Чую его вонь. Смерть идет за тобой, Элпинор. Как жаль. Мы бы осыпали тебя драками до того, как убить. Не принимай риск, Аксель. На самом деле нам нужна твоя мать. Ты совершаешь ошибку. Мне не стоило верить тебе на Кефалинии. Ты жив только благодаря мне. Культ хотел твоей смерти. Какой культ? Где они?
удивительный кристалл я нашел у Элпинора. Лучше его бережь.
Ему почитать Тития глупо. Все-таки он разгневал Зевса и других богов. Thank you.
Давай. Huh?
Я готов к бою! Я убью тебя!
Здесь опасно. Надеюсь, меня не заметят. Никого. Я за лучника. Еще неизвестно, когда будет второй. Вот и все!
Что-нибудь нашли? Похоже, здесь ничего нет. Отработайте, Халл. Тебе конец. Thank you.
Планы Спарты нарушены.
Не подходи. Ярость спартанцев! Ugh.